Миля за завтрак, малыш. В поездке на Запад что-то такое американское, знаешь? Да, да. Хотя мы едем на восток. Знаешь ли, 60 лет назад здесь разбился НЛО. Не говори, что приехал сюда из-за охоты на НЛО, друг. Серьезно, это путешествие для души и вдохновения. Привет, соседи. Это с места крушения. Да-да, место крушения НЛО. Это кусок фольги. Знаешь что? Ты прав. Ничего особенного. О, посмотри. Что угодно. Если верно, это меняет жизнь. Ты должен быть здесь. Внутри тебя что-то особенное. Спасибо, дружище. Значит, много. Буквально. Внутри тебя что-то. Что? Ты никогда не выберешься. Все перемешалось. Расскажи, что происходит. Время от времени кто-то приходит с фольгой. Фольга вас сковывает. Том начинает работу. Нам нужно убить Тома. Я не буду стрелять в соседа. Мы не можем его убить. Мы можем убить его. Святой. Как дела? Привет, Джек. Здесь происходят важные вещи, чувак.